Здравствуйте. У многих болит спина, и мы не знаем, как с этим справиться. А для этого нужно просто завтракать и делать гимнастику с этим шариком и разделочной доской. Доска должна быть такого размера, чтобы вы на ней могли спокойно сидеть. Нам потребуется еще стул. Мы кладем шарик на стул, сверху кладем доску и осторожно присаживаемся. Когда мы сидим в этом положении, нужно попробовать сделать легкие, небольшие, обязательно безболезненные и приятные движения тазом, поясничным отделом позвоночника, грудным, шейным. Попробовать подвигаться на этом шарике влево, вправо, вперед, назад. Некоторые даже могут сделать движение, похожее на восьмерку. То есть в таком положении тело пытается удержаться на шарике. И в это время происходит гармонизация работы всего мышечного, связочного аппарата. То есть тело начинает восстанавливать свое самое оптимальное, здоровое положение каждого позвонка. Обратите внимание, что стопы стоят целиком на полу. Для тех, для кого это упражнение уже покажется легким, можно усложнить. Слегка приподнять пяточки, а затем стараться встать на большой палец на ноге, на левой и на правой. И это даст возможность еще глубже, еще лучше гармонизировать весь позвоночник. И поэтому, занимаясь этой гимнастикой буквально 3-5 минут в день, лучше даже заниматься 2 раза в день, утром и вечером. Буквально через неделю-две вы чувствуете облегчение в позвоночнике. Пройдут привычные боли, головные боли. Вы даже спать будете лучше. Попробуйте это упражнение, оно вам обязательно понравится. Всего доброго, до свидания.